Всем привет, друзья. Прошло вечернее кормление. Кто поел, кто еще доедает. Видите, тумба уже наелась и отдыхает. Так что места хватает все. Одна вон девочка беленькая. Медленнее растет, но это вообще не проблема и не страшно. Я думаю, она еще свое наберет. Машунь, ты супер оснащение. Булаш, как всегда, сегодня генеральная уборочка. Так что у всех чистенько и порядок. Боня, ты супер оснащение. Тебе, грубо, проситься через месяц, если ты супер оснащение. Можем даже зайти, попробовать, послушать поросят. Вот, болт упал. Ладно, не страшно. Ну, Боня. Подружка. Ой, ладно, найдем потом болт. Ну, Боня, ляжешь? Ляжешь? Ой, давай, почухай, а ты ложись. Боня. Давай. Ложись. Ложись, тумбочка. Ложись. Ну. Ложись. Не хочет. Ну не грызь. Боня. Что ты такая недружелюбная? Может, тебя с этой стороны почухать. Боня. Вымазалась. Ложись. Не хочет она ложиться. Я бы послушал. Супер, смотри, или нет. Уже думал, ну пузо есть, животик опущенный. Ну, стоя не поймешь. Ложись, хомяк. Ладно, не хочешь, не надо. Но я с ним буду с тобой дружить. Увеличенный. Вот так вот. Так, детки, что у вас? А, ребят, и такая ситуация. Позвоним, где я беру опилки. Как видите, у меня, можно сказать, кончились опилки. А это не есть хорошо. Я постелил солому, в общем, протянул солому, у меня еще есть немного, там 3-4 тюка осталось. Ну а потом придется покупать. Нравится там мне это или нет, но покупать придется. Да, Маш, тебе тоже соломки постелил. Танк ты мой. Ты хоть супер оснул. Не расстраивайте меня, девки. Не буду загадывать, ребят. Ну, не знаю. Если эти девки опоросятся, сколько оставлять поросят себе.
Хотя до этого еще очень-очень далеко. Еще, ребят, через 2 недельки буду перегонять. Наверное, Боня поедет сюда. Ну а это четверочка сюда. Вот так перегорожу, сделаю им туалет. Возможно, они сообразят, куда ходить в туалет. И будут они здесь. Ну а Боня уже, если супоросну, то будет готовиться к опоросу. Тогда побелю загончик. Ну и все. Будет этой четверке немножко тесновато здесь в маленьком загоне. Ну, я думаю, не страшно. Какое-то время побуду. Кстати, Боня так как-то слабенько ходит. Возможно, из-за своего веса. А возможно, из-за лени. Поэтому на следующий раз буду ехать, куплю ей трикальцифосфат. И подобавляем еще, возможно, каких-то витаминок ей в корм. Потому что если дивка супоросная, масса растет. И она такая крупная. Ножки маленькие. Поэтому можно ей добавить. Да, дети? Тумба наелась и спит. А ты слушаешь, даешь? Знаете, как погрызла загон. Блин, опять, ребята, забыл купить цепки. Хочу купить цепки, повесить им, чтобы не грызли загоны. Надо где-то себе записать. Так, ну все, ребят, свина показал, с ними все в порядке. Будем надеяться, что Боня супоросла. А так все. Всем спасибо за внимание, всем удачки, и всем пока.